Сбербанк планирует приобрести компанию Телеспорт, одного из крупнейших игроков на рынке спортивных прав и спортивного маркетинга. Как сообщила пресс-служба кредитной организации, соответствующее предварительное соглашение о сотрудничестве Сбербанк заключил с Телеспортом. Планируется, что Петр Макаренко после сделки останется гендиректором Телеспорта. В рамках договора на платформе ОККО Спорт в России будет транслироваться чемпионат Испании по футболу. Подробности читайте на сайте.